Завершился прием документов от желающих принять участие в предварительном голосовании, проводимом партией «Единая Россия». Заявления подали более 30 человек. В минувшие выходные в региональном исполкоме партии прошли дебаты участников предварительного голосования перед выборами в Государственную Думу. Темой обсуждения стала экономическая и промышленная политика, а поддержка предпринимательской инициативы. Внутрипартийные дебаты – интересное политическое явление. Скрещивать идеологические шпаги приходится не с оппонентами, а с соратниками. Однако в этом и заключается цель предварительного партийного голосования. Избиратели получают возможность определить лучших из лучших. О том, какой они видят промышленную политику, в чем нуждается бизнес-сообщество, как поддержать предпринимательскую инициативу, что необходимо для успешного экономического развития, рассуждали 6 участников дебатов. Предприниматели устали от постоянного изменения законов относительно фискальных платежей. Я считаю, что пора прекратить вносить изменения в законах и собрать те суммы, которые уже возможно, но не вводить в новых законах. Самое главное – обеспечение занятости, чтобы людей не увольняли, чтобы зарплаты были, чтобы они платились вовремя. И очень важно создание инвестиционного климата, привлечение инвесторов. Каждому участнику дебатов было дано по 2 минуты на изложение своих взглядов. Затем они отвечали на вопросы. Кто победит, покажет предварительное партийное голосование. Напомним, оно состоится 22 мая.